Доброе утро. Слушай, денек вроде бы должен быть погожим. Шумят машины. Небо голубое-голубое. Пальма зеленая-зеленая, светит солнышко. Вот оно еще только встает. А мы сейчас с вами узнаем, какова температура воздуха. Так, вроде бы ничего. Жить можно. Момент. Кажется, я куртку прищемил. Видео. Да. Время 8:45. Ну что ж. Похолодало, скажу я вам, друзья мои. На 8:45 температура воздуха 9 градусов. Ну и Мео, тебе тоже здравствуй. Поедем тебе на море. Быстро-быстро, опять времени. Цигель-цигель-лю-лю, очень даже спешу. Вот на море сегодня вот так вот. Очень даже ничего, картинка, я вам скажу. Солнечная, хорошая, положительная. Не то что давеча. Такое впечатление, что ночью был все-таки штормик. Не скажу, что большой, но был, видите. Ух ты, мужики вон купаются. Точнее, только вышел, видно, в труселях красных, пролетарских. Ну, не красных, приврал, конечно. Обратите внимание, как изменился берег. Берег. Чуть-чуть так волной побить. Вот мужчина, что в плавках, в труселях ходит. Да там их два. Там вдалеке, правда, вы не знаю, заметите или нет. Тут намыло небольшой курганчик, так что штормик был. Ну, не только штормик, но еще и дождик. Я не взял с собой телефон, так назвал. Так бы, конечно, можно было бы приблизить, таймер не приближает. Но, во всяком случае, в воду, конечно, пока он еще не заходит. Нет, сейчас пойдут. Пойдут вон два парня. Так что, купаются ли в декабре? Пожалуйста, 10 декабря. Два мужчины, богатыри, не мы. Торжественно заходят в воду. Время в районе 9 часов. Если вы присмотритесь, то, может быть, даже и заметите. Вот такое вот утро в Лазаревском. Хорошее, красивое, солнечное. Всех с пятницей. Ой. Все, уже искупались. Труселя чуть не потерял. Уже выходит быстренько, конечно. Всем доброе утро. И я тоже побежал.